Кришна, дорогие преданные, сегодня я еще не пересекался с Гуру Махараджем. У меня были программы в двух различных храмах в разных концах Дели. Только сейчас вернулся вот с воскресной программы. А Гуру Махарадж сегодня опять поехал инспектировать храм, который вот через неделю будет открытие. Поэтому я сегодня с ним не пересекался. Может быть, вечером только его увижу.